И я хочу поделиться с вами одним из своих самых любимых и самых памятных мест в Солнечногорье. Как ни странно, это железная дорога, по которой ездят поезда. Под звуки вот этого приходящего поезда мне хочется сказать, что когда я была совсем маленькая, с бабушкой и дедушкой мы переходили через железнодорожные пути, чтобы отправиться на любимую дачу, про которую я всегда говорила, вот здесь-то я буду полноправной хозяйкой. Меня всегда тянуло к природе, к какому-то уединению, и это было чудесно. Чуть позже мы собирались с ребятами, сидя на заборе и свесив ножки вниз, разговаривали о том, о сём, мечтали, как мы станем взрослыми и отправимся в очередное свое путешествие. Этих путешествий мы мечтали будет много-много. И поезд унесет нас далеко-далеко. Я сейчас говорю, и у меня слезы накатывают на глаза. Время шло, все менялось, этапы моей жизни менялись. И вот уже сейчас у меня есть малыш, царевич. И мы с ним тоже приходим сюда для того, чтобы посмотреть на поезда. Он очень их любит. Ему совсем недостаточно того, что он выглядывает в окошко, вставая на такую вот мягкую собачку, на игрушку, и кричит: «Сапсан! Электричка! Поезд! Ту-ту!» А еще была история, когда мы ушли вот как раз туда-туда, далеко-далеко, по направлению в сторону Москвы. А мы пошли печь картошку. И я только вижу, что идет моя бабушка разъяренная. «Ну как же так можно?» – вспоминаю я ее слова. «Ты же могла попасть под поезд, с тобой могло что-то случиться». И она всю дорогу вела меня обратно домой и ругала, ругала, ругала. А по возвращению домой дед защищал меня и говорил: «Аня, ну хватит, ты уже 20 раз ей сказала». Она все поняла. Где-то, видимо, внутренне он понимал, что я ее понимаю, я ее слышу, но я все равно буду сюда ходить, потому что что-то изнутри сюда манит. В общем, дорогие друзья, приезжайте к нам в Солнечногорск на станцию Подсолнечная. Помимо этого прекрасного места, когда нечем заняться, можно сидеть именно здесь, у нас есть еще и много других замечательных мест, в которых можно приятно и качественно провести досуг. Спасибо, что я живу здесь. Всем добра! Сними видео про место, которое дорого, и размести на своих страничках в социальных сетях с тегом «Мой Солнечногорск». Нашу эмоциональную карту увидит весь мир. Лучшие ролики покажем по солнечногорскому телевидению. Подробности на solntv.ru.